Всем привет, ребят! В этом видео расскажу и покажу оптимизационный мод для Майнкрафта. Я разделил видео на два сегмента, моды для фабрик и для форжа. И уже эти сегменты я разделил на версии, так что если вам нужно узнать про форж, то переходите по тайм-коду. Начнем с фабрика. Моды будут располагаться по убыванию прибавления FPS, то есть самый последний прибавит не так много, но может сделать игру чуточку красивее. Фабрика P. Нужен для работы модов на фабрик. Sodium. Sodium это аналог Optifine, только на фабрике. Повышает производительность, убирает некоторые баги и вообще без него играть невозможно. Hydrogen. С этим модом игра станет меньше использовать оперативную память. Мод может работать как и на клиенте, так и на сервере. Он реализует более компактные структуры данных, удаляет дубликаты геометрии, устраняет несколько утечек памяти и осуществляет другие операции. Enhanced Block Entities. Enhanced Block Entities нацелен на повышение производительности игры путем оптимизации рендера блочных сущностей. На данный момент мод улучшает работу с сундуками, увеличивая производительность при большом количестве установленных сундуков. Entity Distance. Позволяет пользователю настроить расстояние в самом клиенте, на котором отображаются различные объекты. Entity Culling. Мод применяет технологию построения лучей, чтобы узнать, видите ли вы определенную сущность. И если сущность закрыта постройками, то игра перестает просчитывать эту сущность и тратит на нее ресурсы вашего ПК, что может улучшить производительность игры, особенно в местах, где много Entity. Color Leaves. Мод изменяет механику отображения блоков листвы, воспроизводя функцию Smart Leaves из Optifine. Такой твик позволит неплохо повысить производительность игры. Ferrite Core. Ferrite Core это мод на оптимизацию потребления оперативной памяти. С модом игра будет требовать в разы меньше оперативной памяти. Krypton. Мод пытается оптимизировать сетевой стек, снижает нагрузку на CPU и немного экономит оперативной памяти. Мод работает как и на сервере, так и на клиенте, хотя ориентирован, конечно же, на сервер. Starlight. Мод на фабрик для перезаписи светового движка, чтобы исправить производительность освещения и ошибки освещения. Хоть мод и производительный, но имеет свои последствия. С ним не работают ферму EOL. Lazy DFU. Мод ускоряет загрузку игры, которая откладывает ненужную работу по инициализации, чтобы она выполнялась только в случае необходимости. Better Biome Blend. С помощью этого мода переход между биомами станет более гладким и реалистичным. Вы сможете самостоятельно выбирать радиус смещения вплоть до 29 блоков. Better Beds – мод для Minecraft, который изменяет рендерер кровати, чтобы использовать модели JSON вместо рендерера блочных сущностей. Smoke Suppression – убирает дым. Частицы костра, допустим, в ферме мобов, могут сильно снижать FPS. Для таких ситуаций как раз-таки и был создан этот мод. Fat Experience Orbs. С данным модом сферы опыта будут сливаться друг с другом, в итоге оставляя лишь одну сферу, благодаря чему уменьшится нагрузка на компьютер при выпадении большого количества сфер. Sodium Extra. Дополнение для Sodium, которое добавляет возможность настроить графику в Minecraft более детально, что поможет на слабых устройствах. Теперь можно отключить анимацию текстур, выключить туман, выключить частицы, включить счетчик FPS и сделать многое другое. Советую поставить, если вы играете с Sodium. Rizzy Sodium Options. Мод для более удобного использования Sodium Extra. Aris Shaders. Обязательный мод для шейдеров на фабрике. Мод меню. Нужен для появления вкладки модов в Майнкрафте и также выступает обязательным модом для других модов. Cloth Config API. Еще одна библиотека для загрузчика модов, то есть некоторые другие моды не будут работать без него. Indium. Еще одна библиотека. Lamp Dynamic Lights. Позволяет настраивать динамическое освещение, как в Optifine. То есть если у вас будет в руках факел, то он будет светиться. Если он упадет на землю, то он также будет светиться. Полезная тема. Закончили с фабриком, перейдем к форжу. Первый мод это, конечно же, Optifine. Думаю, все про него знают, но немногие знают, что он позволяет. Canary оптимизирует физику Майнкрафта, поведение мобов и многое другое, что приводит к повышению FPS. Ferrite Core мод на оптимизацию потребления оперативной памяти. Fast Workbench он исправляет ошибку, появившуюся в Майнкрафт 1.12, из-за которой при создании стопки предметов мог вызвать зависание. Тем не менее, он делает немного больше, чем просто устраняет эту проблему. Fast Furnace. Подобно Fast Workbench, он кэширует последний использованный рецепт и сначала проверяет этот рецепт перед повторным сканированием всего реестра. Это значительно быстрее из-за того, что ванильная печь сканирует весь реестр печи, каждый тик. Better Biome Blend. Более гладкий и реалистичный переход между биомами. Да, насколько вы понимаете, на Forge не настолько много модов, позволяющих как-то оптимизировать игру. Либо они все заменяются Optifine, либо они на старых версиях. В общем, ребят, надеюсь, я помог вам оптимизировать вашу игру. Все ссылки на эти моды уже есть в моем бусте. Если хотите поддержать меня, то ссылка в описании. Кстати говоря, на втором канале вышел видос, посмотрите его обязательно. Всем пока!